Челябинске прошел 30-й традиционный турнир памяти юных хоккеистов школы «Трактор», трагически погибших в железнодорожной катастрофе под Ошой в июне 89 года. Та трагедия унесла более 1500 жизней. Среди погибших было 9 ребят из команды «Трактор» 73 года рождения. Юбилейный турнир собрал в стенах школы «Трактор» 6 команд 2007 года рождения из Челябинска, Новокузнецка и Санкт-Петербурга. Начинали тренироваться в этом дворце спорта, когда еще не было ни крыши, ничего, льда не было искусственного. Тренировались летом, играли в футбол, зимой в хоккей. Эти ребята были хорошими друзьями и хорошими партнерами в хоккее. С ними было приятно играть. Подавали очень большие надежды в хоккее. Два лучших защитника играли в сборной. Это Серега Генергард, Серега Смыслов. Мы все ребята очень перспективные были. По регламенту турнира команды играли в круг, после чего определились победитель и призеры. В результате напряженной борьбы турнир памяти выиграли питерские «Динамовцы». «Трактор» занял второе место, замкнула тройку призеров команда «Заряд». Церемония награждения участников и призеров турнира памяти стала, пожалуй, самым ярким и запоминающимся моментом. Чего стоило только вручение именных маек лидеров Питтсбурга Сидни Кросби и Евгения Малкина за самую самоотверженную и бескомпромиссную игру, которую передал в подарок один из самых ярких воспитанников школы «Трактор», трехкратный обладатель Кубка Стэнли, тренер Питтсбург Пингвинс Сергей Гончар. Насколько тяжела была победа? Мы... К турниру как шли? Шли хорошо, играли в команде. Хотели выиграть и выиграли. Ты получил травму. Расскажи, при каких обстоятельствах, что произошло? Я хотел забить, доставить шайбу на пятак. Но вдруг меня толкнули на штангу и у меня сломалась рука. Было обидно, но болел за команду все равно. Тебе вручили майку Евгения Малкина. Насколько было неожиданно, приятно? Что ощущаешь? Было очень неожиданно. Спасибо организаторам. Ну ты смотришь, следишь за игрой Малкина вообще? Да. Что можешь сказать? Достаточно хороший игрок. От лица многолетнего генерального спонсора турнира, воспитанника хоккейной школы «Трактор» Евгения Медведева, ребята получили большое количество ценных подарков. Компания «Бавит» по традиции вручила призы лучшим игрокам по амплуа. А хоккеисты главной команды «Трактор» подарили именные клюшки для участников турнира. Ну, очень сильно приятно, приз хороший. Спасибо огромное. По турниру что скажешь, почему второе место, а не первое? Чего не хватило? Ну, сигналы много расслабились, думали, выиграем. Поэтому проиграли. Первое место заняло «Динамо», хорошая команда. Прошел 30-й турнир памяти, который для нас как большая отдушина. Турнир памяти наших детей. И мы благодарим всех организаторов, спонсоров, участников турнира, болельщиков, что прикоснулись к нашему большому горю, прикоснулись к памяти наших детей, к памяти всех жертв Ошинской трагедии.